Доброго времени суток, друзья! Вы даже не представляете, как здорово начался сегодняшний день. Мы все собрались около бассейна и начали водную феерию. Кто там только не был. И Нептун, и морские пираты, и сирены. И даже леший зашел к нам на огонек. А во второй половине дня прошел матч по пионерболу. Между провинциями Радужная и Эдельвейс. Игра завершилась со счетом 2-0 в пользу Радужной. Также состоялся матч по футболу. На поле встретились команда провинции Гасконья и команда провинции Эдельвейс. Счет игры 1-1. И еще чуть не забыли. К нам в республику сегодня приезжал тульский ТЮЗ со спектаклем «Спящий красавец». Ребятам очень понравилось. Прямо перед ужином на футбольном поле вступили в схватку и наши взрослые. Матч завершился со счетом 3-2 в пользу оранжевеньких. Ну и вечер подарил нам хорошую теплую погоду для прогулок, наконец-то. После ужина все пошли гулять. Такой вот денек. Пока!